Давай я расскажу, как открыть свой аккаунт в Дискорде и вступить в наш Дискорд-сервер, если у тебя нет аккаунта. Мы заходим на discord.com, нажимаем на вход. Есть у нас кнопка ниже «Зарегистрироваться». Мы здесь пишем свой email. Например, я использую свой старый email какой-нибудь. Вот так вот, что-нибудь такое. И давайте я вот так вот продублирую. Вот так вот сделаю. Выбираем дату своего рождения. И нажимаем «Продолжить». Отмечаем капчу, что я не робот. Выберите все фото с автобусами. Давайте мы. Через капчу прошли. И, собственно, все. У нас аккаунт создан. Выше у вас будет здесь напоминалка, чтобы вы проверили свою электронную почту, чтобы ее подтвердить. Желательно ее подтвердить, чтобы потом вы могли восстановить, если нужно, свой пароль или аккаунт, или что угодно. Сейчас мы этим заниматься не будем. Дальше у вас есть здесь небольшой онбординг, подсказки, что можно делать в Дискорде. Как только вы аккаунт создали, все, что нам нужно сделать, это вернуться в онбординг проект в Asana, открыть нужную задачу по Дискорду, найти нужную ссылку для присоединения в Дискорд, ее скопировать, мы ее вставляем, и у нас открывается вот такое вот окно, что нас приглашают в соответствующий сервер. Мы нажимаем на «Перейти на сервер», и вот такой вот сервер у нас появляется, и мы присоединились в Discord сервер ManchuDevs. Дальше мы разберем уже, как с ним работать и что там нужно делать.